Боинг 37 больше не летает из Красноярска в Москву и обратно. Самолет заменили на Аэробус 330. Напомним, новый лайнер Боинг 777 на маршруте Красноярск-Москва поставила компания Аэрофлот прошлым летом. И вот убрала. Компания объясняет, Боинг не был четко закреплен на этом рейсе, так что его переставили туда, где он сейчас нужнее. Специалисты Аэрофлота уверяют, вместимость Аэробуса 330 почти такая же, как у Боинга. Комфортность тоже один в один. И на цене билетов эта замена не скажется. По правилам авиаперевозок пассажир приобретает не место в конкретном самолете, а перелеты из точки А в точку Б. Но в таком случае объяснение Аэрофлота выглядит совсем неубедительно. Как бы то ни было, перевозчик заверил, в октябре Боинг вернется на красноярский маршрут.